заражается. Что раз заразился ты? Ну ничего, я заразился от него. Чем вы занимались? Заражением. Все побежали. А что у вас тут? Тут закрыт. Тёма такой здоровый, что, проходя, меня на стол закинул. Просто боком. Э! Крой! Лёнь. Get out. Вжикнула смс-ка. Вжик. Полностью готовим. Короче, вот сейчас вот, ребята, будет просто прохождение века, да. Да. Вот только сейчас все началось, как бы до этого ничего не было. Там аж тоже не погибал, конечно. И я из-за него не заразился. Жек, ты такой вообще, вот такой вот не очень. Такой, да. Такой. Я в автобус, мне плевать. Да заходи, они к тебе идут. Серьезно, с клёво, бежишь, на никто не убивает. Сейчас такие, о, а там зомби в автобусе, надо убить. Голову попал! Это... Всегда. Это было странно. Сумки чистит там. Черный. Hell no! И слышно только оттуда. Hell no! И шуршание по сумкам. You must be crazy. Они за спиной. You talking about me? Секундочку. Бойтесь бочку. Бочка убивает. You told me. Мы так-то просто пройти не можем. Ты Тёма еще врубил, чтобы мы заражаться могли. Так оно и было сюда, в кубе. Нет. Что-то. Нет. Да. Нет. Да. Ну я ж заражался. Нет. Чем ты заражался там? Вот а чем ты там заражался-то вообще как-то. Диареей заражался. Да. И это вообще никого не волнует. Опять тупик, я ненавижу эту карту уже. Вот это вот что такое? Что же это? This door is locked. Hello. I hate this fucking map, of course. А, что-то в этот раз с оружием не густо. Да в этот раз вообще не густо. В прошлый раз я и дробаш нашел, и автомат нашел. Сейчас что-то... патронов даже. А я нашел зато он, мадам, который хочет кусаться. Это паштет. Полез. Господа, господа. А вот. Я начал паниковать. А где... Я хотел один побеждать. Джек Шепард. Как обычно, он же убежал, а потом такой, вы позволили меня убить. Так, а тут тупик, да? Джек. Да вон он бегает. С фонариком наверх. С прожектором. Hell no. Я слышу. Короче, хочешь найти Джека Шепарда, слушай. Hell no. You must be crazy. Кто заколотил эту дверь? Someone. Вон там что-то можно. Negative. Hell no. Nope. Господи, да он же конченый, опять начинает воровать. Форточник. Обойму выпустил, окно разбить. Говёный форточник. И звук такой из дома. Hell no, типа. You must be crazy. Пацаны, дверь откройся, господи, а? Джек, патроны... Дверь Джек не открывает. Ты что, она открыла? Нет, конечно. Вылетело окно. О, что-то бомбануло там, Рика такой... Это Джек Шепард упал. Хрустнул. Хруст костей был слышен. Хруст костей... Че, ну, боитесь спрыгнуть, да? Я аккуратно слез. Ну, мы просто как иди. Паркур! Че, ты уже тут. А я такой не видел, короче. Вау. А вот и магазинчик. Whatever you say, nigga. Nigga, what's up? Nigga, Las Vegas. Ого, пацан опять сломался. У кого? Знаю, как... Какой пацан? Какой пацан? Шепард сам с собой, короче.
maybe in another 30 years, kid. Что ты там делаешь? О, убей его, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вау, ребята, вас тут так много. Сзади. I can't stop the bleeding. I can't stop the bleeding. Хип-хоп там просто. Can't stop this. Не смотри на эту бочку. Даже не пытайся. По-моему, сейчас из-за стеночки выйдет дохрена народу. А там винтовочка была. Джеки, конечно, ни с кем не поделился, взял винтовку. Окей. You must be crazy. You must be. Oh, man. Вот патроны для винтовки, Джеки. Там никого нет. Тупе. Ну да. Hell no. Ну да, сходим. Так а чё такое маленькое? Они дверь ломают и сразу бьют тебя. Fucking shit. Я вообще-то вышел. Господа. Куда ты вышел? Зачем ты вышел? Вышел из магазина? Ну тут типа дверь кто-то ломится. И там ему тоже. На, просто получи. Вообще разметало наш. Тварь конченая. Открой нам с той стороны. Я вышел. Я вышел. Я понимаю, что ты вышел. Тебя же слышно за дверью. Да, пушку видать сквозь дверь. О, мэн. У тебя по-прежнему кровь течет. Он говорит, агент типа, стоп, the bleeding. Ну вы выйдите, нет, дверь не открывается. Да и нет, там как бы весело. Потихар. У меня батарейка садится на фонарике. Фонарики? Бывает. Все, у меня пистолет без патронов. Может, для героев видеоигры выпускают особые какие-то суперхеровые батарейки, которые через 5 минут садятся во всех играх. Специально. Специально, да. Ну, Азбит, пошли сюда. Hell no, просто. Нет, да. Так, что нам пишут на мобильник? Идите в кинотеатр, ясно. Мы придем, а как мы дверь откроем? Домой. Мы не придем. I need a backup and fast. Backup fast. Ты что раз не забрался? Да хрен. А может надо кого-то убивать пока? Да блин. Что не так? Почему я не попадаю? Воу, попал. Где твой мозг, женщина? Где твой босс? Где мои 16 дней? Где мой чёрт? Подожди, а теперь вот тут, я думал, можно зайти внутрь и найти какой-нибудь бурвофлю. Кто-то ломает дверь, он очень умён. Ага. Она. Тогда понятно. Мужчина, все так не хотят этого мужчину, походу. Я нашел вибраторы. Не два. Там как раз три по одному кажет. Это термос, Тёма. Казалось бы, да. Так они его называют, да? Вы просто не умеете им пользоваться. Белозады называют его термос. Нифига. Кто это там пошел в разнос? Патронов нет. Короче, увидим бронированного друга, лучше просто убежать. Так он же догонит.
Я потушитель нашел. Там где-то огонь был, я помню. И чё, ты хочешь километр потушить? 6 отсюда. Нет. В бочке, да? Может потушить эту кабину и туда сесть, уехать? Чё он ползает сюда? Не работает. Господа, тут еще один. Еще один, господа. Подожди, я... Вот банк. Короче, вон там проход, но мы туда не пройдем. Окей. А мы в метро попадем, нет? Конечно. Hell no. Так, а мы пришли отсюда, да? Ну да, оба же зомби лежат. Он еще даже один ходит. You must be crazy. All right, cool. Let's do it. You must be crazy. Nope. Я нашел походу проход. Fuck off. Fuck off. Где? Affirmative. Нет, не проход. Вот. А ты тоже не пройдешь. What? Да блин! Какой гений строил эти уровни. Закрыт. Я так тяжело дышу, пипец. Не зря же тут огнетушитель лежит. Зря. Для чего он нужен? Can be used to put out fire. Пойдемте искать огонь, буду тушить. Да, уже вот один тушил. Ты там тоже взял, что ли? Да. Клево. Значит, пошли назад, тут ничего нет. Пошли искать огонь. Чё, вам потушить надо? SS on fire. Ты такой горячий, Тём. Ого. Я его заморозил, видели? Sub-Zero wins. Ты куда ты прыгаешь, а? Ты чё, рук нет, что ли? Ну, пистолет держит. Ну и чё? Ну, типа я его отмазал. А у меня так дышит вообще, страдает одышкой. Что по СМС-ке-то говорят? Да вот мы сейчас зайдем в кинотеатр, кстати идти. Говоря, вот кинотеатр, он тут близко, по-моему. Сюда летит кинотеатр. Так мы из него вышли. Так давайте мы сначала сюда заглянем. Мы вышли из него в прошлый заход, а в этот нет. Кинотеатр-то где? Хороший вопрос. Don't let my age fool you. Я вообще ничего не понимаю. Все нормально будет. Мы будем жить. Недолго, правда, и плохо, но... А мы отличная команда, Тёма. Ну да. Я их заморажу, ты их убиваешь. Где что? Я здесь машину чиню. Я здесь, говорит. Где здесь? Здесь. Здесь. Ну здесь же, а чё ты мне? Ты сейчас как Арлазоров сказал. Чё тут нет ни хрена, чё мы припёрли? Иди сюда. Ты как полка? Ты будешь сто. Ты сюда не ходи. Подожди, да вот же, Тёма, тут же комната какая-то, Тёма. Ты чё там, туда можно пробраться? Чё вы пришли сюда? Мы не пройдём там. You shall... Not eat. Hell no. Be. Идиот. Я в том числе. Я хочу взлететь. Кто шумит? Где шумит? Ага. It's a horrible game. We can't finish this because we have very bad hands. Там нет ни хрена. And brains. And we have no brains at all. At all.
Да нет, там ничего. You wanna eat poo-poo? Yes. Возьму уже ягоды. Хуже, что ли? Давайте на счет три такие полетим. Главное не скрещивать лучи. Да. Хоть раз бы там было бы что-то. Что это? Подожди, а что это? Что это? Точно что-то есть. Отойди, мужчина. Ты там не залезешь, да? Да подсадите кто-нибудь, чё. А! Да не лезь ты. Со второго раза только понял. Ой, конечно. Охота. Ну да. Так, там мужчина что-то хочет. Так это были мы тут уже. Ну так в кинотеатр нам. Так идем. Да не были мы тут. Нет, ну, кинотеатр справа. Давайте назад, давайте назад. И в узком коридорчике их перевалим. Друг друга. Нет, друг друга не надо. Это я коп, это я коп, там другой коп. Сзади женщина. Я сзади разберусь. Только она бегает. Хер пойми где по паркуру. Да уже убитый всеми кричит и гвоздь. Там еще идут. Еще идут. Самый полезный член команды. Че, у меня Кройте нам дверь уже, нет? У меня уже 10 патронов осталось, вообще. Нам направо, кинотеатр направо. Да вот тут кинотеатр. О, гад, Jesus. Пинас. Нет, не пинас. Вон я. Вон кинотеатр, вон же. Вон огонь. Я беззараживаю. Мы команда беззараживает. Один убивает, другие беззараживают. Эй, что, все беззараживают теперь? Да походу, у меня 9 патронов. Это модно просто. Молодежно. Огонь! Ну вот ты посмотри на него. Тушите меня, два огнетушителя стоят. 26. Нифига не тушите. Джеки, назад! Че вообще? С этим человеком мы никогда не пройдем. Никогда. Это он во всем виноват. Сам-то не игра. Где? Кто? Кто так кричит страшно? Кто? Ну и вот, ну и чё? А чё нам? Вон проход какой-то, вон. Да ты пришел, а нет? Я пришел сейчас. Сейчас. Там закрыто. Пришел. Там зеленая горит, значит открыто. А, да. Джеки, давай назад. Давай назад, Джеки. Пришли. Мы не отсюда пришли. Отсюда мы пришли? Нет, мы пришли из другой узкой аллейки. Понимаешь? Вон, видишь, огненный этот горит машина, мы там были. Огненный машин. Ну тут-то мы не были. Хорошо. Ой, он горит, потушите его кто-нибудь. Есть же огнетушилка. Дверь открой, пожалуйста. Открой, пожалуйста, нам дверь. Я не понимаю. Конечно, закрыт. Хочет от нас. Сейчас он вынесет дверь, смотри. Нет? Походу нет. Джеки, не убегай. Не, я, мне кажется, сейчас там справа проход должен был открыться. Почему? Джеки, тебя сейчас съедят. Фонарь. Из-за тебя нас съедят. Там быстрее, идите. Да, дверь открыта, все, кинотеатр, дверь открыта. Go. Вообще просто без шансов, короче. Мы идем на фильм «Комната», я понял. Вот это видно. Мы должны добраться и посмотреть. Чё, там 4 человека, мне нечего даже стрелять. А теперь сколько? Все еще 4. Теперь, Джеки, ты умрешь. Да, у меня нет патронов больше. О, мышка зеленая клевая. Да, чё, у вас есть патроны, то убивайте давайте. Мы уже до кинотеатра добрались почти. Офигеть. Все, валим в кинотеатр. Валим, пробегаем. Джеки, ну это не через толпу прям, ну, Джеки, okay. Живи, ты сможешь. Я-то чё? Я живее всех живых. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты он пробрался? Да. Нет, зомби повернулись на меня! Тупые, вонючие. Вонючие жирки. А
I have no cojones at all. По-моему, они хотят съесть меня. Если это так. Тут же закрыто. Там закрыто, да. А куда же ты делся? По лестнице поднялся. Да? Но зря. У меня на всех патронов не хватит. Они лезут к тебе? Да. Это шут. Сейчас все будет. Живи, бро. Один патрон. Застрелить. Да я уже всех убил. Последний патрон. И что тут у нас? Зачем ты туда идешь? Да хара, орать уже. Кинотеатр закрыт. Так нам, видимо, нужно подняться сверху. Там нет. Сзади. Так. Пройти через серпл сюда. Я просто обожаю вас, парни. Ты мертв? Нет. Оба бог. Ладно, я туда иду. Ой, я женщина. Как давно. Твою мать. Два патрона. Ноль патронов. Да, блин, куда их? Не работает. Где ты там уж? Куда их? Да, побили. Уйди! Да уйди ты! Альберш. Да их пипец. Так, пошли, вон серпл, нам туда. Вон еда, можно в еду заглянуть. Может, там еда есть? Все, последний патрон. И соль. Wow. It's impossible. Кинотеатр надо было. Да, там закрыт. А, магазин закрыт. Суки! Прощай, а я буду жить. А, тут бронирован. Больно, ебать!